Общая сумма 12,99. О, не, мне одну бутылку воды, не упаковка. Это стоимость за одну. Вы уверены? Это очень дорого для одной бутылки. Инфляция. Потрясно. Но мне тогда еще эту туалетную бумагу. Общая сумма будет... 56,75. 56,75? Быть такого не может. Вообще, вы правы. Ошибочка вышла. Как я и думал. С вас $300. Что? Ну, было 56,75, но из-за инфляции стоимость выросла до 300. Это просто смешно! Еще на 300 поднялась. Вам лучше поторопиться. Хорошо, ладно, вот, давайте еще хлебушек. Общая стоимость с хлебом плюс налог будет... $37,000. У вас наличные или кредитка? Так, давайте проясним. Вам нужен кредит в $37,000 на продукты? Инфляция. В этом есть смысл. Одобряем.